Вот сколько белоголовника растет, который пахнет медом в парилке. Иван-чай. Ну и, конечно, ромашки на нашей крыше. Называется ромашковая крыша. Ну вот так мы заготовили наш белоголовник, развесили посушиться, чтобы потом этот аромат принести в парилку. Но внутри бани у нас уже сухие веники ждут своего часа. А пока отдают аромат.